Всем привет! Добро пожаловать в клуб адептов кухонной магии. Ну что же, поздравляю вас всех с наступившим 2017 годом. Надеюсь, этот год оставит у вас и у меня в памяти только приятные воспоминания. И кто знает, может быть, одним из этих приятных воспоминаний будет вскрытие, которое я буду записывать сегодня. Но на самом деле я буду записывать его не только сегодня, потому что я решил провести такой каладежский марафон, так скажем. Я решил, что вскрыть дисплей за один раз это достаточно скучно, и мы будем открывать его в течение всех новогодних праздников фактически. Каждый день я буду доставать из дисплея по 6 бустерочков и открывать их. Ну что же, каладежский марафон, день первый, поехали! Так, дисплей распечатан. Хочется взять его и весь сразу. Ну нельзя. Берем оттуда 6 бустеров, которые нам положены на сегодня. И закрываем дисплейчик обратно. Будет марафончик, или может быть это будет не марафон, а эстафета. И на шестой день мы определим победителя, тот день, в который нам придет наилучший комплект рарочек. Плюс еще, открывая по 6 бустерочков, можно будет спокойно, не торопясь, посмотреть как минимум анкоманы, а может быть даже и команочки. Ну что же, первый бустер первого дня, первого вскрытия 2017 года, это Чандра. Ой, а я что-то как-то не посчитал, сколько у меня было команочков. Первый анкоман – это скакун Железной Лиги. Второй анкоман – верная спутница. Я бы не хотел, честно говоря, верную спутницу, вот такую вот гиену. Третий анкоман – стражница Яджита, Янджита. И редкая карта. Нормально, да? Почему не Чандра? Бустер был с Чандрой вроде как. Ну, так или иначе, в первом же бустере первого дня 2017 года мне приходит не сожизненная сила, не самая дорогая редкая карта в Каладеше в последнее время, но тем не менее это Плэнсволкер. Это мифик. Мне нравится такое вскрытие. Земелька и Окенчик Серватронов. В анкоманах вроде как, мне кажется, ничего необычного нету, а вот Нису можно, кстати говоря, почитать, раз уж мы не торопимся. Три любых, две зеленых, Плэнсволкер Нисса, 5 лоялити. Мне так лампа подсвечивает, что плохо видно. За плюс 1 лоялити разверните целевую землю под вашим контролем. До вашего следующего хода она становится существом 5-5, элементаль. Существом 5-5 элементаль с ускорением. При этом она остается землей. За минус 3 лоялити верните целевую карту перманента из вашего кладбища в вашу руку. И за минус 6, то есть ультимейт, вы получаете эмблему со способностью. Каждый раз, когда земля выходит на поле битвы под вашим контролем, вы можете взять карту. Ну, на мой взгляд, достаточно сильный Плэнсволкер, и вполне возможно, что он еще будет играть. Правда, Плэнсволкеры, конечно, с монокостом 5 как бы не очень популярны, насколько я заметил. Ну что же, второй бустер. Второй бустер из первой шестерки. Такой бодрый старт. Бодрый старт мы взяли в этом марафоне. Раз, два, три. 10. Модуль вываривания. Щитоносец консула. Трюк с исчезновением. И редкая карта. Бамавский посыльный. Это
мне кажется, уже пятый или шестой бомбардский посыльник, которого я открываю. Ну, достаточно прикольное существо на самом деле. Одну любую она стоит, артефактное существо конструкция 1-1, ускорение. Каждый раз, когда бомбардский посыльный атакует, изгоните верхнюю карту вашей библиотеки рубашкой вверх. То есть вы не можете смотреть, что это за карта. Вы ее изгоняете, при этом не зная, что вы изгнали. За одну красную сброс вашей руки и пожертвование бомбардского посыльного, положите все изгнанные бомбардским посыльным карты в руки их владельцев. Сбрасывайте свою руку, если у вас что-то есть в руке, и все карты, которые вы изгнали, когда бомбардский посыльный атаковал, вы берете себе в руку. Достаточно прикольная штука, которая позволяет либо сменить руку, которая вам не нравится, либо просто-напросто подровать, может быть, много-много карточек. Земелька Серватрон. Третий бустер. Девять команов. Яростный отпор. Три любых, одна красная. Волшебство. Яростный отпор наносит два повреждения каждому из двух целевых существ или игроков. На скорости волшебство. Ну, в принципе, неплохо, но за 4. Ярмарочный трубач. Две любых, одна зеленая. Существо слон. 2-2. В начале каждого заключительного шага, если в этом ходу на перманент под вашим контролем был помещен жетон +1/+1, положите один жетон +1/+1 на ярмарочного трубача. Третий анкомон у нас виртуоз махолетов. Одна любая, одна синяя, одна красная. Существо Видалкин Механик 2-3. Когда виртуоз махолетов выходит на поле битвы, вы получаете 3 энергии. Заплатите 3 энергии, создайте одну фишку артефактного существа 1-1, бесцветный топтер с полетом. Но на самом деле энергия очень много где играет. И даже в дечках, которые не опираются на энергию, она используется в качестве второстепенного, как сказать, двигателя. И может быть либо какие-то там молнии, которые потребляют энергию, либо узел эфирный, который дает ману любого цвета, потребляя энергию. То есть энергия играет практически везде. Энергия очень интересная механика, которая сделала Каладеш очень сильным сетом в плане играбельности. И редкая карта у нас Падима, консул инноваций. Три любых, одна синяя, легендарное существо Видалкин Механик 1-4. Артефакты под вашим контролем имеют порчеустойчивость. То есть тот же самый коптер контрабандистов, например, становится в принципе неуничтожимым практически, потому что его убить можно только если пожертвованием. В начале вашего шага поддержки, если вы контролируете артефакт с самой большой конвертированной маностоимостью, или с одинаковым значением самой большой конвертированной маностоимостью с другим артефактом, возьмите карту. Тоже прикольная карточка, которая, в принципе, может быть, будет играть. И у нас здесь файлушка. Что у нас здесь за файлушка? Файлушка у нас «Отзыв привилегий». Это комоночек, две любых, одна белая, чары аура, зачаровать существо. Зачарованное существо не может атаковать, блокировать или входить в экипаж машин. Ну, на драфте, в принципе, это неплохой ремувал. В констракт это не играет. Четвертый бустер. Десять команов. Здесь без файлы. Штурмовая баллиста. 5 любых стоит. Артефактная машина 6-6. Каждый раз, когда штурмовая баллиста атакует, она наносит одно повреждение целевому существу или игроку. Экипаж 3. Ну, на самом деле не видел, чтобы этим играли. Хотя, конечно, существо 6-6 это достаточно сильно. Но она без трэмпла, без хосты, без всего. Поэтому не очень, как бы. Даже без минейса, без того же. Опытный лихач. Одна любая, одна белая. Существо гном-пилот 2-1. Первый удар. Каждый раз, когда опытный лихач входит в экипаж машины, эта машина получает первый удар до конца хода. Достаточно прикольный пилот.
правда не видел, чтобы его играли. Но, может быть, в бело-красных машинках он играет, я вот, честно говоря, не помню. Третий анкоман у нас «Дьявольский наставник». Две любых, две черных, волшебство. Найдите в вашей библиотеке карту и положите эту карту в вашу руку. Затем перетасуйте вашу библиотеку. Ну, четыре манки, тьютор, который позволяет любую карту найти и положить в руку. И даже не показывая ее противнику. Достаточно прикольно. Редкая карта у нас в этом бустере. Цветущая трясина. Ну что же, дуальные земельки — это всегда хорошо. Тем более, что в Каладеше это серия так называемых фастландов, которые выходят на поле битвы неповернутыми, если их играть на первые три хода. И цветущая трясина за поворот дает черную либо зеленую ману. Пятый бустер. Десять команов, соответственно, без файла и элегантные клинкоделы. Я помню, что когда я первый открывал бустерочки Каладеши, меня просто шокировало это название — элегантные клинкоделы. Сейчас вроде как уже привык. Четыре любых, две зеленых, существо эльф-механик 3-4. Элегантные клинкоделы не могут быть заблокированы существами силой 2 или меньше. И производство 2. Когда это существо выходит на поле битвы, положите на него 2 жетона +1/+1 или создайте 2 фишки артефактного существа 1-1 бесцветный серватрон. Ну, производство не так играбельно в стандарте оказалось, как энергия. Тем не менее, достаточно прикольная тема. Оружейник-энтузиаст. 2 любых, 1 черная, существо эфирит-механик 0-1, производство 2. Какая-то она бесполезная карта. 0-1 с производством 2. Третий анкоман у меня — противоправная дезинтеграция. Одна любая, одна черная, одна красная, мгновенное заклинание. Уничтожьте целевое существо. Если вы контролируете артефакт, противоправная дезинтеграция наносит 3 повреждения игроку, контролирующему это существо. Хороший ремул, который достаточно актуален в текущем стандарте, учитывая количество артефактов, которые играются практически в любой деке. И редкая карта у нас — негациант синдиката. Одна любая, одна черная, существо эфирит бродяга 3-1. За одну любую и пожертвуйте артефакт, положите 1 жетон +1/+1 на негацианта синдиката. Он получает неразрушимость до конца хода. Ну что же, и последний на сегодня, шестой бустер. Опять Чандра. С Чандры мы начали, Чандрой заканчиваем. Десять команов. Первый анкоман — расцвет обороны. Одна зеленая, мгновенное заклинание. Целевое существо под вашим контролем получает +2/+2 и порчеустойчивость до конца хода. Очень сильная карта, которая одновременно и усиливает ваше существо, и защищает его от любого таргетного ремувала. Совсем не удивлюсь, если она из стандарта перешла уже и в вечный формат. Второй анкоман у нас — тщательное рассмотрение. Одна черная, волшебство. Целевой игрок показывает свою руку. Вы выбираете из нее карту существа. Тот игрок сбрасывает эту карту. Предскажите 1. Третий анкоман — гальванический боец. Одна красная, одна зеленая. Существо человек-воин 3-2. Когда гальванический боец выходит на поле битвы, вы получаете 2 энергии. Каждый раз, когда гальванический боец атакует, вы можете заплатить 1 энергию. Если вы это делаете, он получает +1/+1 и пробивной удар до конца хода. Достаточно прикольный солдатик, который еще вдобавок и усиливается за энергию. Энергия, как я сказал, уже очень часто используется в текущем стандарте. И редкая карта у нас в последнем бустере — потерянное наследие. Одна любая, две черных, волшебство. Назовите не являющуюся землей или артефактом карту. Найдите на кладбище, в руке и в библиотеке целевого игрока любое количество карт с таким именем и изгоните их. Тот игрок тасует свою библиотеку, затем берет 1 карту за каждую карту, изгнанную из руки таким образом. Ну, конечно, Герхалков
этим не удалишь. Зато, например, Уламогов либо Эмракул можно выкинуть, и тот же самый Марвел останется фактически безоружным. Ну что же, вот такое вот сегодня получилось вскрытие. Что у нас здесь интересного есть? Что мне здесь нравится? Наверное, вот так вот. Мне нравится Нисса, мне нравится Цветущая трясина, и мне нравится Потерянное наследие. Мне кажется, эти карточки достаточно сильные. И сегодняшний первый день, мне кажется, скорее позитивным, чем негативным. Итак, на сегодня это все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Играйте в магию. Будьте клевыми. Пока-пока.